зову сердца, не за награды мы ищем свет в конце пути. Не страх потери, не боль утраты нас не заставят с пути сойти. Это наша судьба, это наша работа, в поисках правды идти до конца. Это наша судьба, день и ночь, год от года, охранять ваши жизни и ваши сердца. Извините меня, пожалуйста. Здравствуйте. Яков Аркадьевич, я готова, слушаю. Его сильно избили, по всему телу гематомы, но почему он умер, могу сказать только после вскрытия. То есть смерть наступила в результате побоев? Рома, не торопитесь. Торопливость приличествует только при ловле блох. Сказал после вскрытия, значит, после вскрытия. Ребята, увозите. Макс, что у тебя? Так, Саш, у меня. Тело обнаружили сегодня утром. Погибший некто Володин Павел Алексеевич, 54-го года рождения, холост. Он проживал здесь неподалеку, нигде не работал. По словам соседей, промышлял в основном по помойкам. Ты знаешь, я думаю, его могли убить бомжи. Вторгся на их территорию. Ага. Юрий Семенович, у вас что? Следы от покрышек, неизвестных, неустановленных транспортных средств. Провезете там? Ну, это не машины, может быть, мотоциклы, хотя, скорее всего, скутеры. И, да, еще есть следы краски на стене. Видно, зацепили, когда газовали. Понятно. Итак, при жизни покойный не отличался крепким здоровьем, много пил и не следил за собой. Короче говоря, покойный был алкоголиком. Ну, если тебе так понятнее, можно и так сказать. При таком образе жизни он вообще мог умереть по естественным причинам. Но, тем не менее, его убили. Ну да, не повезло. Володин умер от внутреннего кровотечения, которое, в свою очередь, произошло в результате того, что покойного избили. А кто избил? Вы меня спрашиваете? Я Аркадьевич, я имел в виду другое. Нет ли на теле следов, которые могут указать на личность нападавших?
Вы таки будете смеяться, но указания есть. Я, правда, не знаю, что это за личность. А что вы имеете в виду? Прошу сюда. Вот что я имею в виду. Это не татуировка покойного, это следы, оставленные орудием убийства. ДР. То есть вы хотите сказать, что на предмете, которым его избивали, были эти буквы? Именно, Сашенька, именно. И более того, могу добавить, что этот предмет был деревянный предмет типа дубина. Или бейсбольная бита. Или бита. Ну что ж, надо будет узнать, что это за бита. И кому она принадлежит. Да. Нет, ты соображаешь, что ты делаешь, а? Мы же вместе планировали провести выходные. Поехать за грибами. Я собрал вещи. Поменялся дежурством. А у тебя, понимаешь, опять новое дело. Пожалуйста, умоляю тебя, не нервничай. Ну, пожалуйста, мы поедем с тобой в другой раз. В другой раз? В другой раз? В какой другой раз? С тобой же ничего нельзя планировать заранее. Ты прекрасно знал, какая у меня работа. Да, я знал, какая у тебя работа. Именно поэтому я заранее тебя предупредил. Заранее ты согласилась. Заранее я... У меня тоже график плавающий, между прочим. Но я же нашел время для нас. Нет, только отъезд может разрубить этот гордиефузел. Только отъезд. Ты что? Ты что, все уже решил? И ты все решил за меня? Я, к сожалению, за тебя ничего решить не могу. Но я абсолютно убежден, что только Хьюстон может избавить тебя от твоих этих убийц, бандитов, трупов, этих преступников, этих извращенцев, чертовой матери! И ничего не трогай. Я поеду один. Но мы же хотели поехать вдвоем. Хотели вместе, но ты не можешь. Поэтому я поеду один. Не пропадать же выходному. Ты сейчас вот это вот говоришь серьезно? Вполне. Мне только стельки поменять и все. Меняй стельки. Пожалуйста. Добрый день. Простите, пожалуйста, это вы главный по подъезду? Так точно. Очень приятно. Майор Старкова. Ага. Скажите, пожалуйста, а знали ли вы Володина? Ну да, так подожди, он вроде помер. Ну да, он умер в результате драки. А насколько мне известно, вы не ладили. А с ним поладишь, а? Нет. От него весь подъезд страдал. Я ему сколько раз говорил, Володин, успокойся, успокойся. Нет, ему все по барабану. Скажите, вы просто разговаривали или до рукоприкладства доходило? Что, драться, что ли? Да вы что? Нет, я, конечно, обращался в милицию, но нет, до драки дело не доходило. Ну а с кем Володин мог подраться? Ну откуда же я знаю-то? И вообще мне, если честно, не до этого. У меня повадились, понимаешь, подростки во двор. Хулиганят ночью, орут, безобразничают. Все вон скамейки у меня повыдергивали. Ну вот теперь мы обратно все, понимаешь, восстанавливаем. Сейчас вот бетонировать будем ножки, чтобы, понимаешь, намертво было. Ага. И куда вы мне, скажите, родители смотрят? Куда милиция-то смотрит, а? Нет, мы, конечно, попытались с ними поговорить, с этими-то, с пацанами. Но такого от них понаслышался, что у меня вообще уши вянут. Простите, ради бога, вот как раз меня интересует, это что за подростки приезжали? Да бог их знает, приезжают на эти, мотороллеры или как? Скутеры. А, вот-вот-вот, на скутерах. И начинают здесь включать, бэм-бэм-бэм-бэм-бэм, на весь двор, понимаешь? Скажите, вчера они приезжали? Вчера? Нет, вчера. Так вчера у нас заседание домового комитета было. Вот мы и постановили, понимаешь, бетонировать все, чтобы намертво, вот так вот. А вы лиц их не помните? Да откуда я знаю, они все в шлемах приезжают. Какие лица-то? А, ну да. Спасибо большое. Извините, что оторвали вас от работы. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Давай, давай, перемешивай, ну перемешивай, давай. Зря вы, Александра Николаевна, от шашлыка отказались. Очень даже съедобный. Я думаю, что Володин очень нуждался в деньгах. Заработал он, не работал. А где взять денежку на бутылку? Эту же бутылку и сдать. А если не одну? А если больше? А кто у нас промышляет бутылками?
Правильно. Бомжи. Так вот, я думаю, что у Володина вполне мог быть конфликт с местными бомжами. Ну вот отработай эту версию. Узнай, где помойки ближайшие к дому Володина. Странно. Я думал, вы меня совсем не слушаете. Слушай, я вот что думаю. Вот, например, ты молодой человек, у которого есть скутер. Ездишь ты на нем по городу. Зачем на помойке заезжать? По нужде. Ну, хотя да. Ладно, ешь скорее, у нас работы очень много. Последний кусочек. Откройте, милиция. Не мешай. Я на задании. Хватит дуру гонять, поговорить нужно. Ах ты, блин, спортсмен, а? А 10 букв? Мадагаскар. Но вертикаль тогда получается амбивалентность. Да, вот такой я умный. Все, не могу больше говорить пока. Слушайте, ребята, у меня тут возникли мысли по поводу. Узнай-ка, пожалуйста, Катя, не было ли у нас в районе каких-нибудь стычек с участием молодняка на скутерах? Хорошо, я выясню. Но только вряд ли это обычные подростки. Разве они могли такой ужас сотворить? А может, скинхеды какие-нибудь? Что-то я не слышал у нас в районе о скинхедах. Да и Володин тоже русский. Но все равно узнай. Хорошо, я прямо сейчас пойду выясню. Говорили бы, разбежались, если не виноват. Я? Не виноват. Мне в милицию попадать, когда тепло, смысла нет. Зимой всегда, пожалуйста. А бегать полезно. Физкультура, брат. Ну, ты олимпийский чемпион. Ты Володина знал из 13-й квартиры? Это который помер недавно? Да. Хороший мужик был. Не жадный. Наливал всегда. И когда у него было, а у меня трубы горели. Ты с ним не дрался случайно? Я ж тебе говорил. Душевный мужик был. Не жадный. На дочь жаловался. Корыстная она у него. Выпивкой попрекала. А что ему оставалось делать? С работы уволили. А возраст такой, что другой не найдешь. Только пить и спать. Чё, как ты, что ли? Я?
Я другое дело. Я потомственный бомж. Ладно, потомственный бомж. Скажи мне, здесь 3 дня тому назад никакой свары не было? Свары, говоришь? Свары не было. Но кое-что приключилось. Всем привет. Привет. Ну что, узнал что-нибудь? Это что, допрос? Так. Ну, давай, колись. Значит так, потомственный бомж Толик поведал мне одну очень интересную историю. Он ее видел своими глазами. Кого ее? Историю. Историю-то хорошо. Какую историю? Он видел, как молодые люди в шлемах битыми избивали Володина. А он их сможет опознать? Не уверен, они в шлемах были. Друзья мои, для того, чтобы их опознать, для начала их надо поймать. А давайте поручим Кате узнать, где они тусуются. Кате? Я не против. Я тоже. Прокуратура изволит сердиться. Медленно работаем. Александра Николаевна, спешу доложить. Ну? В нашем районе зафиксировано 3 заявления о нападении подростков. Избиты 2 бомжей и подросток Абрамов Константин. И все они произошли в сквере возле английской спецшколы. Адреса потерпевших взяла? Ну, адреса — это громко сказано. Есть только 1 адрес подростка. Но участковый говорит, что потерпевшие, кроме того, что в компании была девушка с длинными волосами, ничего сказать не могут. Все остальные были в шлемах и, естественно, похожи как братья-близнецы. Но все равно нужно ехать. Может быть, они хоть что-нибудь вспомнят. А можно я поговорю с потерпевшими? Но они же подростки, мне с ними будет проще установить контакт. Это намек. Можно? Есть. А, Александра Николаевна, у вас деньги на телефоне закончились? Нет. Да. Ну, сейчас позвоню Женьке, пускай положит. Да все знают, что Рохин с компанией бомжей округи бьют, но говорить об этом себе дороже. Почему? Ну, я же тоже в этой школе учусь. А ты не знаешь, они все еще в этом сквере собираются? Не, они из сквера уже давно прибазировались. По какой причине? Да они на Костю Рыжего наехали. У него брат сильный такой, спортсмен. Он их так отмутузил, говорит, еще раз увижу, ноги поотрываю. Но они, наверное, ему поверили. Теперь из заброшенных домов собираются. А ты не знаешь, где этого Костю сейчас найти можно? Рыжего? Ага. До дома он сейчас, я видел. Он полчаса назад как пришел. Проводить? Да. Эти уроды давно тут развлекались. Рохин говорил, что нужно город от всякого мусора очистить. Они себя так и называли. Мусорщик. Ну как гангстеры американские. Господи, Костя, если вы все знали, почему не заявили в милицию? Больно надо с ментовкой связываться. Ой, извините, это я в том смысле, что Ваня им и так навалял. Ну а ты-то как под раздачу попал? Да рыжий я. И фамилия Абрамов. Не, Рохин не антисемит. Он просто урод. Он даже не понимает, что его фамилия тоже явно не русская. Но когда я ему это сказал, он сильно обиделся. Видно, слово не понравилось. А ты не знаешь, где этого Рохина и компанию можно увидеть? Ну, там, у заброшенных домов или в кафе у Жора. Ну, на сквер у школы они теперь не ногой. Ну, а ты хоть их лица видел, когда они тебя били? Нет, я не видел. Но когда пришел Иван, брат мой, он с них шлемы постаскивал и по мордасам лупасил. Он всех видел, точно. Угу. Скажите, а я могу увидеть Ивана? Вы знаете, Ваня только завтра вернется с соревнований. Так что... Угу. Ну, хорошо, попросите тогда завтра прийти к нам. Да? Угу. Хорошо. Ну все, спасибо. До свидания. До свидания. Александра Николаевна, это Иван.
брат Костя Абрамова. Если он опознает эту банду, можно будет их задержать. Здравствуйте, Иван. Посмотрите внимательно, нет ли среди этих фотографий знакомых вам лиц? Вот, вот эти вот трое избивали Костю. А вот эта вот девушка стояла рядом и подначила всех. Ну, я ей тоже хотел по заднице надавать, но жалко, бегает быстро. А было ли у них оружие какое-нибудь? Биты. Ну, американцев моду взяли. Ну да. Ну, те-то хоть в бейсбол играть умеют, а эти? Понятно. А биты обыкновенные? Ну да, деревянные. Хотя, вы знаете, у Кости остались синяки странные в двух местах. С такими буквами «Д» и «Р». Спасибо. Вы нам очень помогли. Вам спасибо, что ловите этих. Всего доброго. До свидания. Ну чего, ребята? Думаю, пора пообщаться с нашими подозреваемыми. Зовите бомжа, а я к Сорокину. Угу. Хорошо. Владимир Михайлович. Владимир Михайлович. Я слушаю вас. Мне нужен ордер на задержание Дениса Рохина и троих подростков. Александра Николаевна, ну что у вас есть по этому Рохину? У меня есть показания нескольких свидетелей, которые видели, как они избивали подростков. И, судя по всему, эта же банда избивала Володина. Я так понимаю, судя по всему, прямых улик у вас нет, так? Но пока нет. Именно для этого мне нужно постановление на задержание и обыск. Александра Николаевна, а вы хоть знаете, кто такой Николай Андреевич Рохин? Честно говоря, не знаю, знать не хочу. Напрасненько. Он очень известный адвокат. И доказательства вины его сына должны быть железными. В противном случае нас с вами ждет биржа труда, Ферштейн. А это что, повод ничего не делать? Александра Николаевна, Рохин-старший, я вам объясняю, величина, с которой очень трудно бороться. И тягаться невозможно, так что еще раз подумайте и все проверьте. Может, это оговор. Да какой оговор, Владимир Михайлович? Несколько человек видели, как они избивали этого подростка. Ну что они видели? Людей в шлемах, это мог быть кто угодно. Александра Николаевна, советую вам, настоятельно советую. Не спешите, все, идите, не парьте мне мозги. Я могу говорить с Николаем Андреевичем Рохиным? Здравствуйте. Это Владимир Михайлович Сорокин, следователь прокуратуры. Тут вот какое дело. Денис? Ты дома? Да, пап. А ну иди сюда. Да, чё, пап? Ты что там со своими дружками вытворяешь? А чё мы вытворяем? Ничего мы не делаем. А ну выплюни её. Мне сегодня звонили с прокуратурой. На вас хотят завести уголовное дело. Какого? Какого такого Абрамова вы избили? Пап! И что еще за бомж? Да ничего не было. Это брат его нас, между прочим, избил. А с Рыжим, ну да, была стычка, он сам первый затеял. Сказал, что фамилия у меня не русская, и в зубы. Ну, получил, конечно. А бомж я впервые слышу вообще. Пап. Чувствую, ты врешь, Денис. Чувствую, что врешь. Ладно, я как-нибудь разберусь с этим делом. А ты иди к себе в комнату и хорошенько подумай. Сегодня хватит, ребята. Шор, малой. Закрываемся. Шор, я не понял. Чего? С каких это пор ты закрываешься в 11 часов? Тебе что, бабосы совсем не нужны? Без обид. Твой отец считает, что ты слишком много времени проводишь вне дома. Ага. Ничего Мой себе. Мой отец? То есть моего отца? Ты боишься меня? Ты не боишься, да? Давай не покажем. Не успокойся. Ладно. Есть другие места. Сегодня у тебя счастливый день. Садись ко мне, Полин.
Не, Бак, ты сегодня какой-то скучный и вялый. Я веселье хочу. Так давай повеселимся, детка. Садись ко мне. Ну, вообще, я только с крутыми, но ты сегодня относительно крут. Это точно наши клиенты. Мне тоже так кажется. Сейчас проверим. О, ну что скажете? Здрасте. Трудную задачку вы мне задали. Толь, не тяни. Про парней ничего не скажу. Парни тогда в шлемах были. Деваха точно она. Вы бы видели, как эти молокососы перед ней выпендривались. Как? Мне показалось, она... вообще какая-то чокнутая. Вы бы знали, как она подзуживала этих молокососов. Лёху Володина бить. Они, знай, своими дубинками машут. Вот. Я свободен? Свободен, спасибо. Нижайший всем поклон. Я к тебе позже загляну. Уголовный розыск. Вы насчет спиртных, напитков для несовершеннолетних? Так у нас с этим строго. Нас больше интересуют ваши посетители. У нас так тьма бывает, кто-то конкретно. Ну вот сейчас молодежь выходила. Вот, кто они? Сказать по чести, уроды. Золотая молодежь. Денис Рохин у них за главного. Чуть что, сразу в бутылку лезет. А вертят ими всеми Полина Кириллова. Совершенно отмороженные. Тут как-то парень один на входе случайно сумку ее задел. Так она подговорила эту банду свою избить его. Охарактеризуйте Рохина, пожалуйста. Самовлюбленный, наглый, богатенький поганец. Мне из-за него дважды пришлось новые витринные стекла закупать. Он их разбивал. Хотя талантливый парень в компьютерах разбирается похлеще любого спеца. А почему все это терпите? Да потому что он... со своей компанией приносит денег больше, чем все гости вместе взятые. А папаша оплачивает его все издержки. Часто бывает? Да практически каждый день ошиваются. Спасибо. Рохину не говорите о нашей беседе. Само собой, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Какой-то жор негостеприимный. Он внутрь не пустил. Товарищ генерал, вызывали? Саша, зайди. Чего? Чего? А, понятно. Но если ты по поводу моих отношений с Женей, то извини, пожалуйста, это мое личное дело. Саша, скажи, пожалуйста, а что за дело ты видишь? Ну, подростки избили мужика, он умер. А что, собственно говоря? Звонил Петр Борисович, но это... бывший, я даже и должность его не буду называть. Поверь мне, что это очень влиятельный человек. Так, ну, ну? Ну вот он настоятельно просил, чтобы ты умерила несколько свою активность. Это может положительно сказаться на твоей карьере. Это ты мне говоришь сейчас? Вот это вот ты говоришь мне? Саша, у меня только ты одна. И Павел, никакие подростки не стоят того, чтобы ты рисковала своей жизнью. Это не просто подростки, дедушка. Это настоящие, законченные уроды. И их надо сажать. Ну, и в общем, я не знаю. Не знаю. Не знаю. Ну, ладно, мне... мне пора. Куда?
Василий Федорович, может, хватит валять дурака, а? У тебя за последнее время было 16 первых свиданий. Видишь ли, Саша, найти приличного человека, ну, как бы спутника жизни, это непросто. Это очень трудно. Ну ладно, я пошел. Давайте подумаем, что мы имеем. Павел Володин убит группой лиц. Возможно, подростками, которые часто тусуются в этом месте. Свидетель опознал девушку, Полину Кириллову, которая присутствовала на месте преступления. Но она сама, как я понимаю, в нападении на Володина не участвовала, только смотрела. Вполне может отпереться, ну, сказать, что просто проходила мимо. Такое бывает. Да. К тому же отец Рохина очень известный адвокат. Запросто всех отмажет. Докажет, что бомж – это антисоциальный элемент, и его показаниям верить нельзя. Вот так. Лапин слушает. Да, Старкова здесь. А кто говорит? Тебя какой-то очень грозный товарищ. Да. А, собственно говоря, кто вы? А с каких это пор правонарушением подростков заведует Мосгордума? А может быть, вас интересуют не все подростки? До свидания. Все, ребят, началось. Если мы на них что-нибудь еще не нароем, нас точно съедят. Вообще, откуда дует ветер, скажите, пожалуйста. Сначала звонит Сорокин. Потом какой-то депутат Мосгордумы советует оставить несчастных подростков в покое. Сорокин Рохил настучал, гадалки не ходи. Ребята, надо что-то делать, надо что-то делать, надо что-то делать. Александра Николаевна, может, черт с ними, с этими подростками? Но все равно ничего не докажем. Считай, что я этого не слышала. Что у нас еще? Еще у нас имеется след в виде букв ДР на плече у убитого. Не Дмитрия Рохина ли это бита, а? Но только как узнать? Ну, выход один, брать их с поличным. Тогда арсенал будет при них. И следы крови, и свидетели. Что предлагаешь? Устроить слежку за всеми? Да нас живьем сожрут. Тот же Рохин. Что мы знаем о Рохине-младшем? Ничего. Мы с ним даже не разговаривали. Ты не прав. Мы знаем, что он тщеславен, что он алчный, что он самолюбив, самоуверен. Ребята, мы знаем, что он под каблуком у Полины. Мы знаем, что она им вертит, а он всеми остальными. Я думаю, что на этом можно сыграть. Ну, правда, если только найти подходящего человека. Давайте я. Нет, нет, нет. Должен быть кто-нибудь, ну, поопытнее. Ну. Александра Николаевна, я начинала в детской комнате милиции. Ну, я знаю трудных подростков. Ну, пожалуйста, ну, доверьте мне это задание. Это не трудный подросток, Катя. Это взрослый мерзавец. Катя, извини, но... Это дело действительно не для девушки. Александра Николаевна, у меня есть идея. Сейчас. Хорошая? Одну минуту. Женька, ты чего? Эй. Саш, ты какое дело сейчас расследуешь? Ну, здрасте. И ты туда же. Ну, что такое? Саш, так жить нельзя. Это же не люди. А это не люди. Это ужасные преступники, которые совершают тяжкие преступления, а я их расследую. Тебе смешно, да? Дай мне, пожалуйста, поесть. Я тебя умоляю. У меня нет времени совсем. Ах, как пахнет.
Привет. Ну что, едем? Привет, Саш. Хотел тебя спросить. А тебе больше с угрозами эти не звонили? Ну, звонили. И что? А ты не думаешь, что это может быть опасно и чем это может кончиться? Макс, твоя фамилия, по-моему, не Стрижевский. Зачем ты мне говоришь то же самое? Ты знаешь, что я не отступлюсь. Поехали. Знаю. Поэтому волнуюсь за тебя. Бычара, привези мне мороженое. Окей, сейчас будет. Вот тормоз. Да ладно. Кать, у тебя все нормально? Кассета, камера, все в порядке? Не волнуйтесь, Александра Николаевна, все сделано как положено. Ну ладно, давай, с Богом. Полин, ты сегодня в обновке? Чё? Где такую куртяжку оторвала? Это мне мама из Рима привезла. Как мне все тут надоело. Слава богу, мы на следующей неделе уезжаем на Бали. На Бали? Да. Блин, Бали. А меня в Армению отправляют. Говорят, нечего здесь тусоваться. К бабушке на перевоспитание, что ли? Почему к бабушке? У меня там дядя депутат. А я вот хочу в одиночку по Европе прошвырнуться. И батя согласен уже, говорит, там жизнь, знаешь, все дела. А мне вот интересно, как там наши братья избавляются от всякого мусора? Есть там бомжи вообще в Европе? Дин, ты чё, тупой? А как же клошары? 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 Клошары, если только. О, спиди-гонщик. Ну чё, привёз? No. Давай. На, держи, Полин. Спасибо. Не за что. Слушай, Саш, я не могу понять, как ты узнала, что эти отморозки именно здесь соберутся? Катя с участковыми разговаривала, они рассказали, где эта мерзота обычно собирается. А топтаны Рохи навели от дома, засекли, когда он назначил здесь именно встречу. О, Бак, смотри, кто к нам идет. О, клошара. Клиент прибыл. С Новым годом. Клошара, клошара. Хорошенький такой. Ты чё? Ой, извините. Ты посмотри, ты посмотри. Ты посмотри, что он делает, Ром. Ну, артист, молодец. Сейчас все исправим. Уберите его от меня! Вали. Ты чё вообще делаешь? Чё попутал? Слышь, мразь, ты башку выручил. Стой! 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 Гоняйте его, быстрее! Я его сейчас урою! Так. Надевают шлемы. Садятся. Внимание, ребята. Рома ведет всех на нас. Ну чё, красавчик? А? Далеко убежал? А? Что, стоять, милиция? Куда? Эй! Эй, ну чё, больно? Да я сам... Больно же! Больно! Куда? Стоять! Ну? Кто тут? А? О, Денис Рохин. Правильно, Ибита здесь. ДР. У меня есть право? К-
какое. На один телефонный звонок, и конечно, без адвоката я с вами говорить не буду. Будет тебе телефонный звонок твоему папе. Он же у тебя адвокат. Подойдет такой адвокат? Ну что, всех взяли? Да. Боюсь, правда, все не поместится. Придется дополнительный транспорт вызывать. Забирай. Ну что, пойдем? Лошара, лошара. Лошара, лошара. Пойдем. Я хочу знать, на каком основании задержан мой сын. Я жду объяснений. Ваш сын, Денис Николаевич Рохин, задержан за хулиганское нападение на сотрудника милиции. Денис несовершеннолетний. Я его отец и к тому же адвокат. Я хочу знать все подробности. Пожалуйста. Сегодняшний случай очевиден. Кроме того, он подозревается в непреднамеренном убийстве. С группой лиц он избил человека, который умер. Этого не может быть. Да и сегодняшний случай вызывает большие сомнения в законности ваших методов. Вы же спровоцировали детей. Я вынужден буду обратиться в прокуратуру. Это ваше право. Вы просто не понимаете, с кем имеете дело. А сейчас я требую свидания со своим сыном. У вашего сына обязательно будет свидание с адвокатом. Вы не можете быть адвокатом собственного сына. Жаль, что я вынуждена вам это напоминать. Мы еще с вами поговорим. Но уже не здесь. Обязательно. Не думаю, что это поможет вашему сыну. КХ. Роман? Какая-то в тебе перемена. Переоделся, отмылся и даже подушился. Ну и куда это мы собрались? Женька, а поехали за грибами? Я знаю, у тебя завтра нет дежурства. Во-первых, откуда ты знаешь, что у меня завтра нет дежурства? А во-вторых, может, я уже сходил за грибами? Ну, балда ты! Я же опер, ты забыл? Я знаю прекрасно, что никуда ты не сходил. Поехали. Че, прямо сейчас, что ли? Прямо сейчас. Но если очень хочешь, я могу подождать до утра. Давай до утра подождем. Да раздевайся ты.